юбилейный показ видео от группы «Путь Солнца». Я хочу показать вам 10 видео разных лет. Каждый год, каждое видео. И буду говорить пару слов о каждом видео, что это, о чем и как. Смотрим юбилейное видео группы «Путь Солнца». Я продолжаю рассказывать о видеоклипах, о съемках с концертов и вообще о видео от группы «Путь Солнца». Итак, 2010 год. В этом году, наверное, одно из самых серьезных и таких грандиозных выступлений для группы – это было выступление перед группой «Мегадет». Да-да-да, мы играли на саппорте у группы «Мегадет» на их московском концерте. Это был большой клуб, это было много народу. Это выступление, с одной стороны, простое, а с другой стороны, и достаточно сложное для нас было. Простое в том, что мы ничего специально не готовили, никаких специально дополнительных репетиций не проводили. Мы просто пришли и сыграли то, что делали всегда, то, что умели всегда. А сложность заключилась в том, что мы не успели отстроить звук. Практически мы только расставили барабаны, расставили комбики, и на этом наше время саундчека вышло. Поэтому Игорь Киф, он тогда рулил звуком, первые две или три песни пытался что-то сделать. Вот, конечно, он же сделал звук, и к концу нашего выступления мы звучали более-менее нормально. На этом концерте мы сняли видео, скажем так, полностью все выступление, и выпустили его отдельным DVD, который стал называться «Мега Сан». То есть «Мега» – это «Мегадет», «Сан Солнце», то есть вот так соединили два слова. Оно вышло отдельным изданием, и где-то, наверное, его еще можно купить, достать. У меня личного уже не осталось ни одной копии. Ну что ж, посмотрим выступление с этого концерта, группа «Путь Солнца». И песня будет, «Сердце битвы». Давайте ее посмотрим. «Сердце битвы». Ты знал, резон в руки, ты знал, копит озон.
чувствую вечность.